Seriously? В чем дело? Почему больные не в святилище? Солдаты выгнали нас. Хоть я и выплачиваю на Марху ренту за храм, солдаты все равно забирают у нас еду и лекарства. Каждый раз те же люди. Говорят, что это дань. Налог в пользу армии Птолемея. В итоге мы не можем оказать помощь всем нуждающимся. Нелюди. Не беспокойся. Клянусь, солдаты вас больше не тронут. Береги себя, Баек. Ну, Нил Джириан. Баек, ты справился?
Теперь этот храм ваш. Солдаты сюда больше не придут. Не знаю, как тебя благодарить. Да, чуть не забыл отдать тебе лекарство с затонувшей лодки. Я так разволновалась, что сама о них забыла. Людям Сивы с тобой очень повезло, Рабия. Прошу, обещай, что не дашь мести поглотить тебя, Баек. Таково мое бремя. Милостью Амона, я должен закончить это дело. Это Меджай Баек? Баек, наш Меджай... Что случилось с твоей кузницей? Все эти проклятые солдаты. Капитан Птолемея увидел, что я кую меч, и обвинил в том, что я мятежник. И он был прав. Они забрали мои инструменты. Да, крысы. Всей Сиве нужен кузнец. Даже мне. Я не смогу тебе помочь. Без молотка и клещей я как без рук. А еще этот капитан, а поп его забери, следит за мной. Где сейчас капитан и твои инструменты? У подножья холмов на западе. Лагерь Шеджех. Я разыщу твои вещи. Капитан за все ответит. Бенипе сказал, что инструменты в Шеджехе. Осталось найти капитана. Он тоже где-то в лагере. Кнумес Ниоджерианх? Птолемей, сколько горя он всем нам принес. Тебе здесь не рады. Моя старая застава. Надо прийти сюда с сеном. Здравствуйте, Алтун.
сразу накинутся. Моего друга. Что? Устаешь, да? А вот и... Инструменты Бенипе. Дело сделано. Можно порадовать Бенипе. Будь осторожен! В Сиве теперь опасно, Байк. Амон и Исида откликнулись! Байк снова в Сиве! Байк, ну что там? Вот инструменты. А капитан сюда больше не придет. Давай, выбирай. Они одинаково хороши. У этого лука особый. Спасибо, друг. Заходи ко мне в любое время, Байк. Ахау! Не фермушев! Рад тебя видеть.
Так и быть, заберу. Ты находишь интересные вещи. Хорошо, друг мой. Это тот, о ком я думаю? О, наш Миджай вернулся. Thank you.